Анастасия Сидникова, Адам Гирей, просьба подойти к первому плану. А это Даша, которой очень нужны деньги. За коммуналку заплатить. Да? Да, да, долги за коммуналку. То есть, какие ставки, кстати, Дарья, на схватку между Тимошиной и Дьяконовой? У меня какие ставки? Да, какие ставки? Ты знаешь этих двух дам? Блин, первый раз слышу. А кто это? Ну, неважно, окей, тогда просто пукнем в муку, в смысле, ни пальцем не было. Найдет? Да, кто выиграет? Ну, я, наверное. Ну, надо, что, платить надо за коммуналку. Самый, самый нескромный белый пояс. Наоборот, я скромный. После меня. Я был, но я уже не белый. Я теперь самый нескромный синий. О, да. Привет. Очень я, нужны конечно, деньги. Да, мне нужны деньги. Всем нужны деньги. Я, правда, заболела. Сколько? А почему бы вам заранее не разделить просто по пятерке? По пятерке? Как вариант. Пятерка тебя устроит? Хотелось бы 10. И оторванную руку соперника? А, это посмотрим. 40 долги. 40. У кого? Не по черным. А, у тебя долги 40? Да, да, да. Когда я буду спать по черным билетам? Когда будешь черным? Когда по черным. Или бороду отрастешь? Второй легче. Бороду легче, тоже А я тут предлагаю поделить вам. По пятерочке. Ну, у нее же кредит или долг большой. Ну, она в карты играет просто. Я вообще не азартный человек. Я ты только в на домино, соревнованиях. В домино только столько проиграл. Азарт. Правая в таз. Восстанови нормальный гард. Михалгард, нормальный гард.
Попробуй, да. Мости, мости влево, мости влево. Подбивай правой рукой. Подбивай, подбивай, да, 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 да. А зафиксируйся, зафиксируйся. Галя контролирует ее ноги, когда проходит. Галя, минуты 40. Галя, если хочешь выходить, скажи, вставай. Руку аккуратно. На грэпплинге УВВ 60+.